сапли, все прогорело внутри, завалиться в кровать в незавидной пижаме. Скорее бы из номера уже выезжали, скажет хостес. Мы и сняли этот номер на месяц, чтоб вы нас больше тут не обижали. Следующий брифинг дадим без пижамы. Отличный повод стать под прицел фотокамер, не прикрываясь пытливо руками, изобразить нечто вроде Пацифика. Еще не было столь популярного брифинга. Пресса Дэшен отрядила обстановку. Так же, как инструктор разряжает винтовку, воздух, мешки, скирды, соломы. Прям самый первый ПТР из колонны. В карикатуру на святого понтифика. Давайте поддержим басиста-дебютанта. Человек без одежды, выигрыши у тех, кто настроен враждебно. Его преимущество в военных действиях в том, что безнравственные селебрити, дряхлые мощи или запрыгшие жиром, такие работы обычно хранятся за ширмой. Возьми себе еще. Я нарисую, как Голиатов пересекает сплошную, как сплошь и рядом рядовые пехота, да улыбаются, когда приходят с работы. Сканируют патроны, фугасы, взрывчатку, роговицы глаза, сетчатку, прокачивая щели маскировочной сетки. Несведущим кажется, они завербованы в секту. Сидят на скамейке, за столом, на диване, и режутся в карты на раздевание. И обнажаются ракурсы чадящим кроссовером. И штанов красим забором и с Томасом Сойером. С другом Никиты, Томасом Сойером. Конечно, конечно, изначально, начально, в конце концов, как в начале начала.
отложил, предложил, продолжил, пожил, отложил, жили, были, жил, был. Конец, как начало, конечно, может начать. Чему без конца невозможно начать. Конечно, конечно, изначально начать. В конце концов, все безупречно банально.